Благодать многоразлична. Благодать, она многогранна. Это как бриллиант. Прекрасный бриллиант, который ограненный, который действует в твоей и моей жизни, который действует не только для того, чтобы спасти тебя и меня, который действует в твоей жизни, в твоей семье, в твоем браке. Ты знаешь, что без благодати ты не можешь построить крепкий брак. Ты не можешь построить крепкую семью. Без благодати ты не можешь воспитать хороших, послушных, богобоязненных детей. Ты не можешь этого сделать. Без благодати ты не можешь любить своих ближних. Без благодати ты не можешь служить никому. Без благодати ты не можешь строить ничего. Ты не можешь строить церковь. Ты не можешь вести домашнюю группу. Тебе нужна благодать. Скажи, мне нужна благодать. Аллилуйя!